Всем доброе утро. Доброе. Выбрались на дачу. Спрашивали нас, когда перцы будете сажать. Вот, везем сегодня. Везем. Перчики упакованы. Да, уж. На улице ветер сегодня. Прохладно. Вчера сказали, дождя не будет. А сегодня уже будет дождь, да? Саша, да, смотрел с утра. Вчера обещали, но дождя не дали. Это, наверное, яблоньки такие цветут, да, таким цветом. Розово-белым. Ой, какая нежная красота. И с этой стороны. Угу. Яблоневый цвет красивый. Наверное, здесь хороший дождь был. Там даже вот лужи были. Все полили. У нас парад, очень, ребята, намечается на 9 мая. Не у нас в городе Бресте, а в Минске. Без комментариев называется. Привет. Дружок ходит, у него подружка есть. Песик какой-то. Хороший пес. Все время ходит к подружке. А вот чудо, да? Яблони. Цветение пока. Пока цветет, не замечаем эту прелесть. Ну, в общем-то, все красиво цветет. И яблоня, и груша. А вот груша. Дальше вишня. Пес живет, сейчас будет лаять. Вот он, нос торчит один, видно? Привет. Один носик торчит. Прибыли на дачу. О, Шуня пришла. Шуня? Да. Давно ее не было. Шуня и Муся. Вон Шунька. Масяша. Масяша. Привет. Шунечка. Ты где была? Шуня. Шуняйка. А, Шуняй, мурняй. Мурняй. Мурняйки. Привет. Шунька, ты где пропадала? Нюнька. Шунюшка, кси-кси-кси-кси, иди сюда. Покажись, какая ты красивая. Покажись. Лобешником как стукнется. Иди Масяне, ищи Масяне. Иди Масяне, без Масяни завтрака не будет. Иди Масянечку ищи. После дождика травичка поперла. Вот это, по всей видимости, медведки ходят. Видите? Чего? Ходы какие. Да уж. У нас тюльпаны как-то поздно появляются. Зато сколько. И распустятся все в раз. Вон еще и Куся, и Муся пришла. И Шуня тут. Все в докучи. Масяша! Привет! Привет, малые! Пойдем. Вот и перцы приехали.
сейчас будем сажать. Шунявки. Одним словом, шунявки голодные. Сейчас дам разрезать ключ, может. Да, оно у меня тут есть. Я думал, это кошачья пайка приехала. Нет. Это мангольд рассада. Да. Это несъедобная. Сейчас и вас накормлю. Мне надо пройти, ребята. Проходите. Так, тихо, а то я вас раздавлю. Так, смотрите, не сожрите у меня. О, да еще нет. Сожрут. Это вам не пырей. Прибежали. Ждете завтрак? Шумки. Так, пошли на кухню, ребятки. О, так, трехразовое питание. Колбаса ливерка. Шуня, пока ты отсутствовала, мы перешли на трехразовое питание. Завтрак, обед и ужин. Вперед! Так, дождь был хороший. Идите сюда, ешьте его. Карики уже отцветают. Да, отцвели почти. Нарциссы еще стоят. Нарциссы. Яблонька цветет. Вишенки цветут. Груши цветут. Глядишь, хоть что-то да будет. Старые яблоньки это у нас. Ну ничего, все хорошо. Смородина, завязываются бутончики. Чик-чик, чик-чирик. Небольшой обход. Дождик так смочил неплохо. Ну и хорошо, чтобы меньше поливать. Цвет какой. Ой, вы-то. Айва японская. У соседей тоже цветет все. Как у тебя вирусы? Найденок. Как у тебя дела? Лодки печаль. Все нормально у тебя, да? Все у тебя нормально. Найди. Хороший тебе. Таня разговаривает с собакой. Приехали соседи, Нина с Виктором. Пришел Масяня. Пришел Масяня, идет женщина по дороге. Ну, так, по-дачному одета и говорит. А, и за ней Масянька бежит следом. Она говорит, он вообще-то у меня живет. Но я уже поняла, когда вы на даче, он к вам ходит.
Оказывается, зовут его по-другому, то ли Топа, что-то такое похожее. У нас он проходит под кличкой Масяня. Говорит, внучка зовет Черныш его. Ну, одним словом. Через два дома туда вот, по дороге. Одним словом, пристроился кот. Вот он. Во всей красе. И ты хорошая, хорошая. Кузька. Кузька, пойдем посмотрим, что там Таня делает. Я начал косить немножко. Лески нет, правда. А Таня подготавливает тут грядку под перцы. У нас есть основание металлическое, каркас такой. Вот видите, сваренный. Сюда одеваются дуги. Сейчас будем все устанавливать. Копаю землю, подготавливаю под перцы. Сейчас с Сашей будем теплицу устанавливать. Решила я тепличку поставить не так, а так, чтобы целый день на нее падало солнце. Оно будет падать. Парничок это у нас. Парничок это, да, это не тепличка. Мне все равно теплица, парничок, все равно накрыто. А и когда будет сильная жара, здесь вот деревья какое-то немножко, может, спасение будет перцев. Когда я их сажаю там, они у меня горят. Если жара, горят. Даже и под пленочкой, под спонбонтом. Ну, это, короче, это мои такие дачные забубоны. Все. Сейчас будем ставить основание теплицы и высаживать перцы. А сюда вот я подготовила грядку, посажу мангольд. Он многолетнее, оно многолетнее растение. Пусть здесь растет годами, если выживет. Мой чеснок. Между чеснока я посадил укроп, но медведка пашет все, я не знаю. Ну, что-то но пока... там даже, я смотрю, в цветах лазит эта медведка. Да. Посмотрите под спонтбонтом, как клубничка моя живая, красивая и уже цветет. Я ее сегодня, знаете, еще чем обработаю? Припудрю золой. Спрашивают у нас зрители, есть ли соцветия? Есть, вот видите. Вот и соцветия, и цветки. Что хотите там? Ну, короче, чтобы никакие... Все ну-ка, кыш-муська, кыш-муська. Грузька. Припудрю сегодня клубнику золой от всяких вредителей. Потому что, сами знаете, нападает всякая гадость, короче, скажем так. И от нее надо избавляться. Вот, посыплю я золой. Клубника у меня полита. Подкормлена. И, Муська, иди отсюда с моих грядок, под лизуня. Я тебе сказала, трехразовое питание. Теперь до обеда. Ну что, вперед. Так. Сюда на меня поближе. Потому что там будут у меня камушки ну, держать пленку. Нет? Наверное, так. Сейчас посмотрю. Здесь мне надо будет вот ходить. Может, чуть-чуть сюда еще, вот капельку. Здесь камушками я буду. Давай, чуть-чуть сюда еще. О, достаточно. Все, криво. Ровно? Ровно. Слава Богу. Сейчас принесем дуги. Несу дуги. Нет, одену я их потом, когда посажу. Сейчас пока не будем дуги одевать. Да, дуги сейчас не будем ставить, потому что сначала надо их посадить. А может, надо же ориентироваться, Тань, как дуги будут ставить? У меня уже теплица. Ну, хорошо. Не один год, я уже знаю, где сажать. Пойду я тогда заниматься. Где занимайся? Своими делами. Муся, ты тут помогай, Тань. За хозяйкой.